этот, кто там, Шторм, Мосса и Розария. Смотрите, если у меня рассеянность, это самый хуёвый для меня, для протовара. Вот когда он на меня дизарм дает, я казнь не могу тыкать. А казнь это мое и агро, и абсорб. То есть, фу, моя выживаемость. Так, это, еще такой момент. Глорус, у тебя ромбик, правильно? Да. Санте, у тебя звездочка? Какие у вас метки, скажите? Все, Санте, звездочка. У кого крестик? Локи, по-моему. Локи, крестик. Окей. А Казом Даркис у вас есть? Или нету? Понял. Рудвар, все, все готово. Просите Инер заранее. Ой, его кидайте по КД просто, наверное, не держи. Но не могу смотреть на КД Инера и на вашу маму, честно. Сейчас буду. Войд забирает. Готовьтесь. Забираю. Под боссом двое пусть заходят. Пусть один уйдет, который отбился. Вот циклоне. Отпусти Близзард, не надо. Не надо, пусть идут. Каплю давал уже? Нет. Пусть сзади идет и отпускай ромбы. Не надо, не отпускай ромбы. Крест звездочка пусть заходит. Сейчас ты это ромб отпустишь вместе с клоном, чтобы шел. Сейчас вага танчит. Отпускай ромбы. Давайте иной раз разом откатим. По шторму дал. Дальше босса проведите. С РДД зоны пусть заходят двое. Не контрольте. За боссом дайте контроль. Пусть идут. Держите, не отпускайте. Пусть идут, пусть идут. Нормально. 7 секунд. Все, звездой, если можете отпуститься. РДД чуть подальше отойдите. Подальше, РДД, отойдите. Вас сейчас перьями всех накроют. Двенадцать секунд до сакры. Как откатить себя? Дальше проведите босса. С РДД зоны пусть двое заходят. Один отбился, пусть идет. Двое отбились, пусть идут.
по третьему циклону. 15 секунд, 10 еще даже. Пусть идут эти двое. За боссом контроль дайте. И за везде контроль. Рабы. Пусть двое заходят. Проведи чуть налево, босс. Давайте. Пускайте звезду. Ну, страйды двое пусть заходят. 70. Сейчас вот будет хилить. Четверо отбились, по одному контроль дайте. Забираю. Циклон дайте. Стопаем. Всё. Стопните, да, не бейте, стопаем. Пусть заходят. Контроль дайте, контроль. Перья не поймаете. Пускай... Хильте войда. Чего да? Переводите. У нас перебежка была, мы не могли хилить. Переводите. 5%. Фишка, отдай стайки. Мы, блядь, не диспель. Все. Все, бегом, ну все, плохо. По линии нардал. Давайте соберитесь. Читаем дебаф. Усталость у меня. У рейда стоп-каст. Усталость, фир второй. У Мишки дизарм, у меня агро. Отлично. Перья пошли. Перебежали. У нас одно лучше. Три бана Локи. Один у нас. Заходит. Все, пусть идет у нас тоже один. Отпускай ромбик. Ромбик отпускай. Крест держите. Стоп-каст. Отпускай крестик. Перья пошли. Перебежали. Все, идем быстрее. Это фир? Да. Это фир, да. Ближе подходим, в сову подходить. Фир. Павел Брилумана. Перья пошли. Перья. Павел Брилумана дайте. Перебежали. Дальних Близзард. Сечь все 5 банов должны быть. У нас 2. У нас трое сейчас будет. Все 5 банов. За контроль дуйте. Циклон дайте. Двое. Идут двое, контроля дайте. Станы. Ай, блядь, ну чё, поймали фир, что ли? У нас трое было. Да, у нас было, трое. Да. Два бана только стоит, крестик, ромбик. Вы должны были всех законтролить, и наши трое должны были зайти. В чем проблема, блядь? Я тут фир поймал, я не успел контролить. Так ты фростнову-то не дашь? Фростнову здесь у нас нету, она в другом месте. Пиздец. Ты фир не говорил, что ли? Фир говори, а не нахуй фир. Я таргет поменял, поэтому не видел фир. Даже контроль значит, еще бывает. Значит, на танке кто там танчит? Крики у всех фениксов одновременно происходят.
Вага, говори там, Фир. Суманите, я еще СПД скину. Просто увидел, каз начал в Феникс сразу отвергать. Да я типа ушел с платформы, пошел дальше. Я же не знаю, что там происходит. Шкаф поставьте. Потренируйтесь сейчас, блять. Вот смотрите на босса и отвернитесь к нему спиной. Это Фир, это вы отвернулись. Закончился каз, повернулись, бьете. Смотри, вот тип тренируется. Кто это? А, заебись. Вот смотри. Фир. Вернулись. Бьем. Фир. Вернулись. Что же делать, Минс? А что? Ну а хули вы ловите-то, блядь? Так можно просто прожать кому-нибудь макро с белым чатом. Каст, каст, каст. Я думаю, что ты увидит это. Тут все чат сразу бросились читать. Дискорд для удобства. Там над белый чат над персонажем видно, то есть как бы это не пропустить никак. Читай чат на поле босса. Хуй знает, а могу попробовать, блять. Фантазия. Наверное, это очень скучная ротация. Слушайте, вам когда говорят, этот Шторм говорит, я говорю, сколько у нас мобов, 2-3 там. Если, блядь, 2-3 у нас, это пиздец, это значит, вам надо всех своих законтролить, чтобы они мертвы стояли. А, баф на пулчик. Нашел. Максим, то же самое, абсолютно то же самое. Дайте касочку. Алмаз, ты просаживаешься немножечко, стоп, и тогда меньше половины хп, пожалуйста. Очень. Ну подожди. Куда, блядь, подожди, нет. Парада танка нет, стойте, не пуляйте. Это парада, вон прыгает, танк сидит, ест рыбу. Что ты меняешь, Олег? Ты постоянно... Олег. Чё, можно сходить? Нет? Нет. А, ладно. Все покурите. Минуту буквально. Что он тут? Он тут. Блять. Угу. ФК-чек. И все так быстро за секунду съебались, да? Да, прям моментально. Все, торт. Полина. Волосики назад. Ну это прям скилл, я скажу. Мега скилл. Полина. На ушах съебались. Пиздец, одна Полина съебалась. Гермошлем с головой. Просто покурить, растворить. Да, хуй сразу. Полина тут, Полина тут. Давай отчет. Чего выключить? Нечего отбегать. Все, пул. Я не отбегала, блин. Я позже меня... Поза? Ты там чем занимаешься? Я лежу, ребята. Ну это понятно, если ты позу меняешь. Давайте уже убивать, блядь. Один под боссом пусть заходит, один сразу.
Звезда пусть идет. Рядом со звездой тоже пусть идет. Других контролей. Да, Сакра. Совы контроль дают. Сейчас там 2 или 3 циклона зайдут. Кастую. Держите. Контроли дайте стан какой-нибудь. Пусть он... Пусть идут. РПТ, не бегите быстрее всего наперед. Могу БР дать. Встать можешь? Не надо, дайте ему БР лучше. Антонидов отдал бы БР. А давай быстрее. Держите звезду. Вага, забери. Вставай, если можешь. Сейчас там нужен, я не буду. Там. Контроллер раздайте. Сейчас могу. Нет, просто взрыв. Сейчас взорвется. Вставай. Ребафы по шаману. Дам пусть это вот она. Контроли дайте. Два циклона сейчас пусть заходят. По рамбу контроль. Ложимся. Блять. А зачем вот, блять, там темп стоит? Я вижу раз фростнову, я вижу два фростнову. Когда там один или двое от стада отбиваются, вы даете фростнову. И они потом все накапливаются, нахуй. Можешь видеть фростнову, если я ее не даю. Ну я две фростновы видел. Это, наверное, можешь видеть две фростновы, я ее вообще не кастую. От Близзарда до Прока это аналогичный эффект. Во льду оказывается. В смысле, вот это за приморозка, еба? Ну, вроде как, да, визуально так же похоже на это. Может примораживать, он кидает там морожение. Нет, именно то, что примораживаются они на месте, да. Стоят. Я просто именно вижу, так. Один раз они... Он дерьмище. Зачем вы босса так я понял. Близко держите? Я понял. Отвести никак подальше нельзя? Вы же знаете, что если по контролю там пару секунд надо будет на контроль кинуть. Они прям в упоре стоят. Там ключевое, когда после луж можно уже босса отводить, потому что РДД идут наперед. Прям сразу хорошо отводить так. У кого комп не лагает, там бегите лучше. Пока там резать будет полгода. Добежать по прямой линии. Пять локов, три совы, блять. Можно рыбку. Резиста, есть ли вариант убрать этот талант, нет? Ну, убрать могу, правда... Чего еще? Я не понял. Без стаков останусь, и когда я контролю, допустим, мне хреново потом их вообще в принципе стопать, потому что замедление как бы на 60% ну, ладно, только. Ладно. Да нет, убрать это можно вообще. Как бы, ну, стаков у тебя будет меньше, но не намного. Просто дело в том, да нет, что на второй фазе вот это вот то, что они замораживаются вдалеке, это как раз-таки помогает. Да, потом... Вдалеке, да, но я вблизи, когда морожу их, чтобы они не зашли, контроля дали, это хуй. Блять, я не знаю. 5 локов, 3 самые. Это 8, блять, големов. Какие маги, блять, на первой фазе? Какой, блядь, ливень? Как она называется? Близзард. Вага, дай каску по себе. Кир, ты читала, чего вообще работает Т5? Япончик. Чё тут?
для атаки ледяных пальцев прокают рандомно. А, ты про этот опять? Это знаю. Один за боссом, один с радиозоны происходит. Один отбился, пусть идет. Из... Пусть идут все трое сейчас. По дальнему дайте циклон. Пусть идут. Пусть идет один. Крестик держите пока что. Потом отпустите, когда стаки спадут. Отпускайте крестик. Один за боссом, один с РДДС. Вот нормальные они тут двое, самые близкие, которые пусть заходят. За боссом контроль дайте. Отведите босса, пусть эти двое идут. Подальним. Вот двое отбились, пусть идут. Один отбился, тоже пусть идет. Двое пусть идут. Вот пусть идет, один отбился. Два отбились, пусть идет. Готовьте сейчас забирать. Звезде циклон дайте. Забираем. Иннер отдайте. По шторму иннер дал. Опускайте звезду. С РДД зону пусть идут двое. Пусть эти двое идут. 15 секунд еще. Пусть идут. Трое вот, нормально. Звезде циклон дайте. Да, это ТМ сейчас. Купол подставил. Пусть сидят. Пусть звезда тоже идет. Жунуэн в луже стоишь, 3 стака, 4. Жунуэн. Дубовку под взрыв прожмешь. Либо и медведя прожмешь. Два с РДД пусть заходят. 7 секунд. Приготовьтесь стопать вскоре. Смотри, проценты ревности. Забираю. Вижу. Пусть идут. Стопайте, не бейте. Циклон, рядом с циклоном сейчас двое зайдут нормально. Не бейте. Двое отбились, пусть идут. Переводите. Мишка, не трогай стаки.
Посиду. Переводить все нормально. И на раз лейте почему. КД у всех. Что за бегим-гим сдам, поставьте то там. У Жужика потом у Гевки откатится. Кому гимн сдать? Элбрелла был. Я сдал гимн. Хорошо, я следующий. По твоей команде сдам. Читаем. Первый стопкаст. У Рейда стопкаст, второй рассеянность, дизарм. У Мишки фир. Третья усталость. Фир третий. Тут просто отвернуться надо, да? Да, не прослакай. Во время теста, да. Перья пошли. Перебежали. Два бана Локи. У нас один. Идет один. Пусть трусы идут. Зашел. Пусть идет. Пусть идет, или крестик отпустите, ромбик держи пока что. Стопкаст. Перья пошли. Отпускай ромбик. Перебежали. Умрёте. Добивайте быстрее. Вы умрёте. Стоп-каст. Идем. Этот рассеянность. В луну подойдите быстрее, в луну. Перебежали. Три бана Локи. У нас сейчас двое будет. У нас двое заходят, ребят. Мишка, отворачивайся. Не прослать. Законтрольте у себя. За что двое уже? Пускай трусы идут. Ромб отпусти Долорус. Иди к Рейду. Сейчас Мишка пойдет на ходу. Пусть идет. Блять. Отпустите рядом, блядь, с этим бан. Рядом с циклоном. Перья. Сейчас тебе Мишка даст. Дал Иннер по полине. По воздуху пусть там двое заходят. Звезду пока держите. Умрете. Вот пусть по воздуху заходят. Мишка упал. Отпустите крестик. И ромбик тоже можешь отпустить. Перья. Сейчас назад пробежим просто. Перебежали назад. Просто стойте, сейчас появится перья, и мы подойдем. Да танка. Контроль все дайте. У нас один. У нас двое. Да, стан. Ни один не должен зайти. Купол. Циклоны, блять, откидывайте, не знаю. Просто добивайте. Все, идем к следующему. Тут фир, готовьтесь. Перья, стоим, побежали. Отвернулись. Фир. По воздуху пусть идет один. И крестик там тоже по воздуху пусть идет. И следом за крестиком тоже пусть заходит. Нет. Еще один ромбик по воздуху тоже пусть идет и заходит. Перья пошли. Отвернулись. Туда. Перебежали. Да, в смысле? Живите, сука. Спиной перебегайте к нему. Энджи, подними. Полина резко. Отвернулись. Фир. Почему разрывался? Там взорвется много сейчас. Давайте, откидывайте. Живите, блядь. Готовьтесь, фир. Фир. Вы умрете. Сакру на рейд всю хуйню.
Перья пошли. Там по воздуху пусть заходят. Мосса, подними Розарио. Перебежали. Спиной перебежали. Спина на хп нет. Фир. Вы умрете. Пусть заходят. Пожалуйста. И нардайте по полине, у кого есть. Фир. И перья. Стоим. Побежали. Готовьтесь. Блядь, зергайте. Блядь. Нормально, все. Геру дайте. Зергайте, нема. Огрода. Да. Все нормально. Сова, подойдите дальних, откиньте. Чтобы они были на платформе. Цапли там, давай, ладно. По откату подходим и откидываем. Япончик, дай гимнаман. Пусть заходит, пусть заходит. Перья пошли. Перебежали. Сыграл полностью. Пусть идет. Служа, отойдите, отойдите, там лужа от кого-то бьет. Откиньте, много идут. Откидываю. Гимн сдал. Корни в воздухе. Следующая сова, откидывай быстрее. Пошли. Перебежали. В мили-зону просто останемся. Оставь купол. Да все, вот купили. Пизда, да. Там просто лада. Всегда так играйте, да. Да повезло просто, тупо лад. И все. Да там со второго феникса слили удачно очень этих, блядь, маленьких. Очень много слили. Ой, маленьких перед смертью второго. Давайте, самый важный лут. Смотрите, что упало, как клево. Катушка. Очень интересно. Ты про вот эту хуйню, гноматический котенок, вот это топовый, да, хуйня? О, ничего себе, Айзек. Ебать, дай-ка. Настоящий разбойник. Сука, 31. Какой разбойник без магматического котенка, да? Ух, левая рука хорошая. Это очень хорошая левая рука. Блин, я вообще подумал, это триня была. Ну ладно. Это? Нет, это не триня. Левая рука. Катушка, короче. Угу. Да не, я уж просто не трев. А её кто-то на мейнспект берёт там? Да, резист, энжи. Офигенная штука. Если робот убить, значит мы на целяру её? У нас танков нету, двух. Робот убитого, когда успели, блядь? Ты чё, не был на роботе? Нет. Ебать. Топор тоже вроде не был. Ну видео посмотри, там, кстати, никто не сдох за пул. Пиздец, вообще топ-трай. Я спрашивал, убили робота? Нет, говорят, наебали, нет. Наебали тебя. Так ты когда заходил, у тебя КД, блядь, как бы, КД уйдет. Да робот самый простой, поэтому его убивают ага, первым. Ага, блядь, простой. Ты шутишь? Ну для нас. Ноль из нуля. Серьезно, ноль из нуля показывало? Да. Я тут всегда показываю, ты забыл, что тут забаганная эта хуйня? Во, как Гера именно. Ни разу не видел. Че упало с робота-то хоть? Печенька. Кончужные ботинки. Печенька, кстати, с Лара не падает. Говорили, что хотели. Говорили же, что хотели на каждого босса по печеньке. Выпало что-то, но на ханта упало. Что еще? Ботинки кольчужные, там с шамановскими. Там на Иршаму все упало. Две шмотки на Иршаму. Так, короче. Айзек, офспек, это не вариант. Энджи, ты хочешь это на медведя? Хаст, меткость, скорее всего, на кота. Хуй знает на медведя. Четыре человека нажало офспек. Один из них Айзек. Ну не офспек. Я понимаю, Мосса нажал на кота офспек. Мосси бы отдал. Энги там танк, на танк это хуй знает, котируется, нет? Параша какая-то.
Короче, Мося, отдам да, вправду. Да, что... Мы идем куда-нибудь на Джайну там, на Салару. У нас не хватает двух аж танков в виде Кавата и Алоэ, чтобы потратить либо Саларин, либо Джайну. Резистов нету. Понял. Сейчас ЕП начислили, а все. А вот вы как тогда закрыли? Не помню. Было дело. Я вот там по небесам еще куда в целка в 25-ку могу в обычку, по ТРС-ка обычка, там куда еще. Зуламан. Вот как 25 таких, как ты, соберется, я буду СЛК обычку водить. Нам для Джайна нужен Кават хотя бы, чтобы он со своим сапротом туда шел. Приди, спасай портал. Красавчики. В смысле за ГП он кольцо берет? Я вас не понимаю. Кто? Вон он пишет, не берет. Он нажал на офспек, потому что у него, как я понял, комбат офспек. И он был готов его брать за ГП, но